Завтра на Кубани похоронят 7 детей, погибших при пожаре в станице Хомской. Младшему едва исполнился год, старшему 10. Они были одни в доме, который загорелся накануне поздно вечером. В этот момент, судя по всему, дети уже спали, иначе оставался шанс выбежать на улицу и спастись. Пока непонятно, как все случилось, вышло из строя газовое оборудование или не была открыта задвижка в печке. Есть вопросы и к родителям. Хозяева дома вместе с друзьями отлучились по одной версии в кафе, по другой куда-то вывезти мусор. Проверять будут и работу социальных служб с этой многодетной семьей.